Ирина Самарина, «Лабиринт», самый главный пост. Самый главный пост – не есть друг друга, только соблюдается с трудом. Оттого теплей бывает вьюга, чем с людьми родными общий дом. От еды отказ – благое дело, только озлобливости отказ вылечит не только душу с телом, но еще добру дорогу даст. Нужно отказаться от обиды и от равнодушия навек, чем формальный пост лишь внешним видом, а внутри пропащий человек. Главное в себе не потеряться, заблудившись в мыслях, как в лесу, вряд ли нам удастся исцеляться, исключив вино и колбасу. Но оставив в мыслях беспорядок, пустоту в душе и гнев в сердцах, лучше вкус любимых шоколадок, радость незнакомого лица, главное уметь делиться счастьем, радоваться свету глаз чужих и не быть рабом карьеры, власти. Главный пост – добро сердец живых. Можно объедаться наслаждением, пресыщая жизнью, как едой. И тогда придет души затмение, и она кажется пустой. Не беда, когда с деньгами туго, если настоящая семья. Самый главный пост – не есть друг друга и любить не только букву «Я».